Самоизоляция с 10 детьми дома. Такое испытание принесла эпидемия коронавируса венгерскому гребцу канаисту Мартуну Йобу и его жене. Наша жизнь сильно изменилась, поскольку раньше дети ходили в детский сад и в школу. Теперь все сидят дома, поэтому здесь у нас целый день 10 детей. И занять их задача не из легких. У супругов 6 дочерей и 4 сыновей. Самому младшему ребенку 4 месяца, самому старшему 15 лет. При этом пара ждет еще одного сына, который станет 11-м ребенком в семье. Думаю, мы на этом не остановимся. Если Бог даст нам больше детей, то мы хотели бы иметь еще одного или двух. Родители говорят, что самое сложное для детей – учиться дома. Однако трудности придали им больше уверенности в своих силах. Ну а кроме того, карантин еще больше сблизил семью.